Странные звуки на фоне. Это сосед косит. Сегодня день косения. Травокосение. А мы тоже. Ну, вчера сын уже косил. Остались маленькие детали, тонкости. Ювелирная часть делает муж. Ну, эти уголки возле деревьев, туда-сюда. В общем, неинтересно. Кому интересно, и тому неинтересно. Что делаем, как делаем? Косильщик вернулся. Уже начались летние каникулы. Все, конец нашей родительской свободе. То есть дети постоянно будут дома в основном. То, что и хорошо, и, ну, как я сказала, уже свободы никакой. Проснулись, вместо того, чтобы чистить, блистить, по дому что-то делать, завтрак готовим, представляете? Ну, завтрак не завтрак, уже сколько времени? Уже 10 с чем-то. Вафли будем готовить, хлебушек пеку. Что еще делаем? Да, утром рано проснулся, муж поехал, купил какие-то трубы, что-то купил, чтобы завязать или привязать огурец. Представляете, как он сейчас в этом деле себя хорошо чувствует. Вчера придумал, как делать, что, к чему. Сегодня пошел, купил и будет делать. Сейчас мне нужна еще одна рука, чтобы держала камеру, чтобы я могла хлеб поставить в духовку. Духовка уже разогрета, а в летний сезон никто не хочет держать долго разогретую духовку. Могла бы и внизу. Но там, видите ли, дети, у них тоже тепло будет, не хотите. Так, погода, кстати, восхитительная, не сильно солнечная. Чуточку такая пасмурная, но бархатно-теплая, вот. Урейш! Она что-то делала. Это дочка купила, чтобы карпеты чистить, но сегодня вряд ли буду чистить. Освежает. Удаляет всякие запахи, хотя у нас, уже говорила, животные на карпет, на ковер не ходят. В этом плане мы так хорошо всех подрессировали, задрессировали. Они у нас с первых дней как умницы, умнички, особенно это. Никогда ничего плохого не делала, ну знаете, что имею в виду плохого. Зеленая. Ухо как-то немножко покраснело. Я ее каждый день так сильно проверяю, чтобы никто на ней себя хорошо не чувствовал. Ну, естественно, от клещей дочка их обрабатывает, что-то капает. Но на всякий случай всегда слежу. Ух, сильно. Это вчера сын делал. А, тесто сын делал. О, еще сделал тесто на пиццу. Но мы не можем, пока говорю, Арнольд, пока не можем тесто на... Ну, тесто можем, пиццу пока не можем. Еще что-то нужно купить для печки. Еще гранит не поставили. Как мы будем вообще там что-то делать? Говорит, можно в духовке тогда, мам? Говорит, в духовке знаю, что можно. Но уже когда печка там стоит, в духовке пицца, это как-то непрофессионально. Быстро порежу. Ни капли хлеба нету у нас дома. Ни крошки, извиняюсь. Но через часа полтора все будет. Быстро-быстро. Это у нас уже как рутина. Не знаю, какую муку. Да, комод сказала, перемоли с обычной пшеницей и курасан. Комод. Две имени у одного зерна. Одно имя от компании, которая запатентировала. То есть только эта компания делает эту пшеницу. Больше никакой другой. Комод, по-моему, называется. А пшеница курасан. Или наоборот. Окей, 30 минут, выпекайся. Ты уходишь?
Ты уходишь, я зову детей, вафли заказали, пусть сами делают банановые вафли. Пока вернешься, маленький завтрачек, и пойдем завязывать, связывать. Может быть. Наш помощник прибыл. Аркая и Луян мороженое ест. Кирар Пурцар? Ага. Пришел, чтобы помогать. Будет у нас в ингредиентах 2 банана. Банана макрес тут у вас. Пекар дуэлокни. Еще один помощник появился. Файн. Файн, согласен. Йогурт это позавчера делала. Сегодня уже наслаждаемся. И самая вкусная часть, вот это верхний слой. Вкусный, вкусный. Это хороший, жирненький. 3 яйца будут. На глаз немножко меду добавляем, разрыхлитель столовая ложка. Люсин всегда добавляет корицу и pumpkin spice. Там разная корица, кардамом, разные такие смешанные пряности. Ваниль будет, арка будет, воду кипячу. Что еще? Ох, масло оливковое. Где-то столовая ложка или 2, можно сливочная, соль пол чайной ложки, можно 3 банана, но у нас всего лишь 2 спелых банана. О да, еще и айнкорн, муку немножко перемалываю, за слово забыла, и добавляю вместе с пшеничной мукой. Вот ингредиенты сказала, все на глаз делаю, но... По-моему, уже делала Эгине вафли. Если посмотрите, там у меня рецепт есть. Угу. Банан хорошенько протопчали. Добавляем. И 3 яйца. Энгерика дзунельверцра, котры, сирюн. Молодец. Давай, Торес. I see a shell. Там я... Молодец. Good job. То, что они любят, должны знать, как готовить. Андер, ты чё рацнумен? Here? Да. Да. You know what? Да? No. Yes. Okay. Торис кеденен. Где-то 2 столовые ложки. Это мы большую порцию всегда делаем. Если добавляется или оставляется лишний, замораживаю. Есть. Good. Должна была сказать, хватит. Угу. Honey. Please put some honey, honey. Угу. Patati, patati. Good job. Угу. Такие вафли получаются, их можно просто так съесть, без сиропа, без ничего. Они уже сами по себе очень ароматные, мягкие, вкусные. Мигатель тагас. Йогурт кесадир. Стакан йогурта, можно 2 стакана. Сенсфорица мянкамить. Да, так можно добавить, если такой крепкий. Хлепад, ахани, угу. Эли. Oh, it's swollen. It's okay. Okay, потом с остатком можно тан приготовить. Макри, мечить хани. Это маленькая банка. Я почти меньше половины съела сверху. Здесь у нас будет перемалываться, пока работает наш работник. Кипяток добавляю, томат карми. Не знаю, где-то 2 стакана кипятка на 1 стакан мацун. Или йогурт, любой йогурт, простокваша подойдет тоже. Кефир.
принципе, как блины, но толще и с ароматом. Окей. Сейчас можно и соль добавить, быстро растает. Это маленькая чайная ложка. Чайная ложка. Можно две чайные ложки. Люсин прямо пол банки добавляет. Ну, такие вкусные получаются. Let's add one teaspoonful. Ну, где бацара? Можно это все открыть. Just two. Let's see. Меча пахи борщ тапес. Ага. And that's it. Add it and that's it. Хватит одна чайная ложка. Это банановые, они с корицей. Хотя вкус корицы очень хорошо подходит. И микичерсы они с банара. Спринклера. Pumpkin spice. Не обязательно, но Люсин говорит, это Сова. Секретный ингредиент. Халява. Разрыхлитель добавляем в самом конце, после того, как добавим муку. Almost. Люсин просто делает шоколадным молоком. А я бы хотела с макином. Макин мне больше нравится в таких рецептах. All of it? Yes. Не знаю, там сколько, но это мало. Еще обычную пшеничную добавим. 2 cups. Это полстаканные стаканчики. На такой рецепт, наверное, где-то 3 стакана или 2,5 стакана. Ну, повторюсь, мы очень большую порцию иногда делаем, чтобы всем хватило и чтобы немножко осталось, чтобы потом разогревать и наслаждаться. Сейчас ногой. Тесто готово. Вот такая консистенция или текстура должна быть. Видите? Тяжелая, но и в то же время такая текучая. И лучше, если тесто немножко отдохнуло, где-то 15-20 минут, так лучше. Наверное, пока будем разогревать вафельницу, это и отстоится. Че это раз? Петка спасает Микки Чанга Стана. Смотрите, вафлин. Waffle maker upon me. Do I put it on? Yeah. Ой, это очень тяжело, не могу одной рукой. Окей. И тесто, кажется, меня зовет. О, это нехорошо закрыло эту крышку, смотрите. It's okay. Такое бывает. Молодец. Because they're not ready yet. Говорит, такие бледные. Они еще не допеклись. Окей, еще 15 минут. А там кто-то у нас работает. Ювелирную работу выполняет. Погода шикарная сегодня. Солнышко не жарит. О, смотрите, мои шедевры огороднические. Здесь в маленьком горшке растет салат, который я не выбросила. Магазинный, помните, покупали живой салат с корнем. Это уже, наверное, 3-й раз будем урожай собирать. Корень опять посадила и салатом пользуемся. Очень нежный, вкусный салат. Это у нас имбирь растет. Здесь рядом растет, кто это у нас? Дыня. Не знаю, какой сорт, я их все перемешала. Здесь семенами из Калифорнии с собой семена бархатцев принесла. Посадила, один вырос. В общем, маленький горшок, большие способности. А здесь росла клубника, которую я удалила в те ящики. Просто в одном углу посадила, не знаю, что с ней будет.
Это или арбуз, или дыня. Это не знаю. Что боюсь удалять? Думаю, какой-то цветок или что-то. Это арбуз. Здесь крес-салат. Лук. И все, кажется. А вместо клубники хочу какой-то цветок посадить. Вафли готовы. И хлеб готов. Все вместе. Упс, горячий. Окей. И сюда. Окей, окей. Подождите, у меня только две руки. Руки. Хлебушки готовы. Румяненькие. Вот теперь никто не будет жаловаться. Мы не любим ничего бледного. Это немножко бледноватый получился. It's okay. Вафли оставляю дочке. Люска лесес, Зайна. Все равно свистит, когда готова. Она пусть продолжает. А я пока в нижнем огороде солнышко не начало топить. Или топить. Ави! Она почувствовала. Без нее я никуда. Пойду загляну. Исюва! Васька. Васька в гости пришел. О, мы всего лишь одну чашку кофе сегодня пили. Мы такого не делали. Но еще один мой огородческий шедевр. Дыня, арбуз, цветок, цветок. Здесь тоже дыня уже зацвела. По-моему, дыня, если не ошибаюсь. Кто это у нас? Ну, таких не хотим. И иногда листья вот так, как будто кто-то их ест или сжигаются, но смотрю, никого нету на них. Вот так. Тоже посадила, подумала, не вырастет, но выросла. Две дыни здесь. Окей, ничего нового от веранды нету. Вчера не работали, так что ничего не добавилось. Ну, и такой цвет мне очень нравится. Может, думаем оставить такой цвет временно. Пусть немножко изнашивается туда-сюда, потом уже попросим... Может, это тоже оставить такого цвета и покрасить на следующий год. И, по-моему, с цветом, с моим любимым светлым цветом мы тут ошиблись. Не там находимся, чтобы что-то светлого цвета было. Смотрите, чьи это лапки? Чьи-то лапки здесь уже были. А это нехорошо. Наверное, тоже оставим на следующий год какого-то другого темного или не темного, но цвета этого красного грунта или клея. Это клей, клей называют. Какой-то такой цвет, может быть, покрасим в этих тонах. И будет хорошо, думаю. Ну да. А где мой ювелир? Hey! Хангист. О, ювелира увидел. Иногда мужа не узнает, когда он с каким-то инструментом в руках или, не знаю, шапка на голове. Арам, шатунес? Шатунес? Еще не заканчивает. Быстро пройдемся. Значит, сегодня ничего не будем делать. Уже солнышко сюда подходит. А когда солнышко подходит, тут невозможно будет ничего завязывать, привязывать. Как же я не знала, что у нас есть бузина. Пошла и купила. Она вон там цветет. Окей. Бузины много не бывает. Как тут поживают наши томаты, наши худые, как сама хозяйка, томаты. Actually, они очень даже плодоносят. Если посмотреть, на всех есть или фрукты, или фрукт, томат, фрукт, или кто? По-моему, томат, фрукт. О, вот такие бывают иногда. Вот смотрите, желтенький.
Это нехороший, да? То, что нехороший, он не приживется. Упадет все равно. Не знаю, что я не то сделала с томатами. Не то они хорошо себя чувствуют, не то плохо чувствуют. Есть кустики, которые уже начали томаты давать. Но вот у этого всего два томата и все. И больше никакой надежды. Что будет с ним, не знаю. Эти Сан-Марзано хорошо, кажется, прижились. Здесь. В этой грядке поздно посадила все. Черри пошел. Но все равно думаю, что они могли бы и лучше себя повести. Или, может быть, еще есть время. Это тоже хорошо выглядит. Пока. Посмотрим. Клубничка. Малюсенькая. А, и вот такие ядовитые грибочки иногда появляются. Не хотите. Это больной томат был. Сюда пересадила. Больной или не знаю какой. Но надежда умирает последней. Здесь тоже грибочки появились. Ядовитые. Кто-то хочет их отравить. Ушатарь. Опоздала. Вот цукини хорошо прижился. Видите, есть надежда, что цукини будет нас радовать. Перчики пересадила и думала, они все как бы завянут и будут, ну, обижаться на меня. Вот этот, кажется, обиделся. Но остальные вроде бы хорошо уже себя ведут. Свеженькие. И перчики пошли вот тут и там. Ничего, на следующий год более такой уверенной буду в своих шагах. Смотрите, какой прекрасный. Не хочется трогать, хочется, чтобы он рос и рос. Но все равно, думаю, мало цветков. О, и упал цветок. Экине баклажан, наверное, заболел. Ох, не знаю, кто болеет, кто не болеет, я стараюсь. Он тот хорошо выглядит. Брокколи тоже начали хорошо себя вести. Кто-то их обильно и с аппетитом пожирал. Побрызгала мылом, чесноком и, кажется, перестали. Вот смотрите, как с аппетитом кушали. Может быть, я это ела, не помню. О, как хорошо! Стоят наши огурчики. Вчера лежали. Почему это они сегодня стоят? Интересно. Вот, нужно привязывать уже. Помню, моя бабушка, у нее огурцы прямо лежали, когда нас посылала в огород что-то для, скажем, ужина, обеда собирать. Помню, огурцы лежали, она их не привязывала. Может быть, в те времена не сильно нянчились с огурцами. Но их нужно точно привязывать. И если не ошибаюсь, эти первые штуки нужно удалять. Пальцы у меня грязные. Если не ошибаюсь. Если ошиблась, уже поздно. Я сначала делаю, потом проверяю. Но что-то видела. Пасынки, первые пасынки или какие-то. Пасынки нужно удалять. Вот эти. Окей. Посмотрим. Пойду пересмотрю и буду нянчиться с огурцами. Капуста тоже так себе. Наверное, нужно будет разрыхлить и подкормить. Капусту тоже кто-то с аппетитом ел. Ну ведь вкусные листики свежие. Где можно найти свежие? О, смотрите, нашли грешников, поедателей. Вот смотрите, их нужно посыпать или побрызгать. Видите эти? Вот, это мамочка. Окей, спала. Не хочет выйти из своих яичек. Не хотим этого. Если бы были куры, вот где нам нужны куры? Можно было подкормить курочек. С
Значит, это не умерла, да, после того, я как побрызгала. А это яички, наверное. Еще раз побрызгаю, окей. Окей, ну вкусно, нельзя винить бедное животное. Угу. Почищу, посмотрю. Этот. Я их постоянно проверяю, как я упустила эту зеленую. Интересно, котикам он понравится на вкус. Лучше всех себя чувствуют клубники. Каждый день такую маленькую горсть урожая собираю. Детям дарю или сама наслаждаюсь, если им не до моей клубники. Ну, клубника, я думала, и уверена, этот грунт не самый лучший у нас. Ну, не повозилась с этим грунтом. Но клубника себя чувствует хорошо. Я ее хорошо подкармливаю. Самые вкусные клубники даю. И они такие красивые иногда, идеальные. Ювелир-огородчик к нам пришел. О, такие купил, а? Он лучше знает. Смотрите на его юниформу. Потный мужчина. Ой, какой сексуальный! Иногда такое люди могут назвать сексуальным. Хочется плакать. Арам, сегодня будешь все делать? Сейчас жарко станет уже. Арам, смотри, как огурцы поднялись. Со вчерашнего дня. Они вчера лежали. Наверное, выросли. Или узнали, что сегодня их будем завязывать. Ох, какой ты усталый. Работяга он наш. Клематисы тоже хорошо прижились. И будут, наверное, уже подниматься, куда хотят. Я их просто прислонила к этому. К арке прислонила. Это нужно убрать отсюда. Люблю, когда все чисто, аккуратно, но постоянно что-то приносим, что-то делаем, и аккуратность падает. Это вода с компостом. Манюр, машрум-компост и коровы, от коровы и от грибов. Все замешала, водой залила, перестояла. Немножко сюда перелила. И буду ими поливать огурчики, магурчики. Кстати, картошку немножко друг от друга отдельно поставили, чтобы друг друга не затемняли. И писали не трогать, ничего не делать, пока цветочки не пойдут. Цветочки вот-вот начали уже появляться. Совсем, совсем новые цветочки. Я их сегодня только заметила. И как зацветет, нужно цветочки удалять, сказали. И как уже это ботва или ботва, как это называется, все к земле уже и желтого цвета, значит, там тонна картошки. И мечты сбудутся. Здесь нечаянно посадила зуккини, они живы, здоровы, их тоже нужно немножко подкормить. Огурчики вчера подкормила такой водой, думаю, поэтому они такие активные сегодня. Что-то такое придумал, думаем, ну, выдержит. Не выдержит, что-то другое придумаем, но уже все, ничего не хочу придумывать. Огурчики завязываем и заканчиваем с этим делом. Не верит. Только работы из-за огурцов. На следующий год больше не сажаю. Ничего не сажаю. И все посмеялись, не поверили. Так, у него идея такая появилась. Эти подставить, этих закрепить с изолентом, с хоккейным лентом, или лентой, или, не знаю, тейп. Думаю, будут держаться. И не будем спрашивать, будут или нет. Все, на сегодня закончили. Вечером будем завязывать, потому что
Сейчас жарко станет. Хотя сегодня погода тоже, кажется, нас решила побаловать. Альма Мотас, Ишхан и соседский кот друг на друга. Ну, в общем, кошачьи разговоры. Альма пошла спасать Ишхана. Пошла понюхала Ишхана и за соседским котом. И кот, естественно, на дерево. Галися меска трамтагас. Хлебушек хочет. Ну, горячий был. Все покосили. Всех анютиных глазок. Из верхней веранды. Покосили, скосили. Бедных. Здесь еще они остались. Если успею спасти, в грядках их поместить. Успею, не успею. Их тоже сосчитают. И сколько всего нужно отсюда собрать, убрать. Вроде бы эту ткань они поставили, потом сверху замульчировали. Но все равно трава растет. И трава, и всякая разная трава. Все это нужно удалить. Детям нужно задание дать. Перчатки надеть и на удаление. Детей вообще-то в бассейн нужно уже отправить. Смотрите, какие красивые здесь есть. Двигаемся дальше. И гибискус зацвел. Я небольшая фанатка этих цветов. Они так быстро увядают. И такие незаметные, как цветы. When you see this is red, it means it's recording. Okay? Is it easy? У нас сегодня новый оператор, его зовут Бек, и он любит особенно пончики или горбушки хлеба. Here you go. Okay. Сейчас посмотрю, сейчас камеру выбросит, потому что камера уже не нужна. Good job, не выбросил. А, наверное, авокадо сделаю, и тосты будем крутить. Это моя мама. Мам? Алло. Муж душ принимает. Сейчас подойдет на ланч. А я так захотела зукини пожарить немножко. С мамой говорила, она говорит, кабачки жарила с чесноком, с укропом. У меня кабачки. О, кабачки тоже есть. Кабачки тоже есть, но укропа нету. Пока. Посадила, даже не знаю, куда посеяла, честно говоря, семена. Но еще моя зелень не вышла. Это немножко посолю, потом пойду свежий чеснок из огорода возьму, покрашу или не знаю, что сделаю. О, у меня, знаете, что есть? Кинза, который выглядит как укроп и очень ароматная. Можно такую кинзу немножко нарезать и сверху посыпать уже свежую кинзу, когда уже будет жареная. 2 секундочки буду жарить. На месте посолим, посолим и буду крутить. Не знаю, почему она сейчас так лежит, что хочет сказать. Ну, поза дня. А я хочу быстро один единственный чесночок взять. Не знаю откуда, но найдем. Хочу еще избавиться от своих горшков, где что-то сажала. То есть чеснок там сажала. Ну, отсюда что-нибудь. Эти поздно сажала. Окей. С трудом. Говорит, тут кто-то что-то горит. Это называется жарить. Жарить. Не сгорело. Почему? Так запаниковали.
буду принести. Тебе авокадо хочешь? Индюк есть. Авокадо могу сделать. Сыры, колбаса, молбаса, такое. Очень легкий ланч. Дети не голодные. Говорят, мы ели. О, вафли есть. Вафли тоже будешь. Все будет. Это я за кинзой, которая выглядит укроп как. Смотрите. Ну, это очень ароматная кинза. Это почистила сколько могла. Думаю взять и такие маленькие кусочки порезать. Соединить с этим, с этой зеленью. Это не выбрасываю. Сейчас мы ничего не выбрасываем. Это можно в воду, с которой поливаю. Там у меня вода стоит. Ну, от вредителей запах чеснока. Так сделаю. Потом чесночок порежу. Как порежется. Главное, чтобы вкус передался. Не обязательно все кусочки чеснока. Женим чеснока с кинзой. И вот такая смесь получается на тарелочку. И сверху буду укладывать жареные куски цукини или кабачок. Что? И даже если можно, если есть баклажан, баклажан тоже с этой смесью очень вкусно будет. И сразу на горячую сторону вот так вот. И перекрутить, чтобы они познакомились. Ну, теперь все-таки пару секунд шишито познакомиться с оливковым маслом. Немножко солю. Больше ничего не добавлю. Можно сам здесь сделать. Перчики, это томат свежий. Я люблю такие вегетарианские сандвичи. Ну, знаете, на своей диете я только овощи ем. Больше ничего не ем. Вчера, сегодня сын говорит, мам, завтра с Левит едем в какой-то донат-шоп. Говорят, хороший донат. Сейчас говорю, ну не забудьте детям тоже взять. Говорит, конечно, не забудем. Тебе, конечно, хочешь с этим джелли, да? Говорю, ну я не ем арнаптем почти. Говорит, но с джелли, с малиновым вареньем или с джемом. Говорю, ну знаешь, почему спрашиваешь? Конечно, с малиновым вареньем, если есть. Пару секундок. Хочу, чтобы только такая... Маленькая точечка со всех сторон и готово. А это очень вкусно. Вообще эти летние, весенние-летние блюда мои самые любимые. Еще моя мама капусту тушила молодую, свежую, с острым перцем. Кабачки жарила так, но кабачки, ну кабачок это тоже. Салат с листьями салата, с редиской. Мои любимые вегетарианские блюда. Почти готово. Вот перчики такие немножко мягкие стали и уже румяные. Все это переведем на них. Пусть знакомы. Уже выключила. И одним перчиком вот так почистим. Все равно обратно на тарелку потом положу. Ну вот так. Такое жареное, оригинальное летнее блюдо. Вот это все. Очень вкусно.
вкусный ланч у нас на чай и каша. Наша повседневная, каждодневная, самая внимательная к разрезу хлеба посетительница Альма Арамовна уже на месте. Угу. Вот видите, как она культурно берет. Не теряет себя, не набрасывается. Культурно. Если бы умела пользоваться вилкой, ножкой, ножем. Anyways, это не важно. Сейчас быстро садимся на наслаждение, на сеанс наслаждения. Угу. Оливковое масло, olive oil. Хотела на английском, потом перешла на русский. Сыры, мыры, томатик нашла, курочка, этот самый, оливок, салатики. Что еще? Я себе сандвич делаю. Или сейчас вот тут зукини, жаль, карац. Окей, садимся, наслаждаемся. Thank you, Rose. Да я маленький сандвич собираю. С большим помидором. Ну, тонкие ломтики помидора. По-моему, зукини и помидор, они очень сильно и вкусно дружат. Так. И сверху еще халапеньо. Кусочки халапеньо тоже порезала. Эти можно вот так. А можно кончик удалить. Хвостик, то есть. И к сандвичу добавить. Листья салата, какой-то все-таки соус требуется к этому. Сейчас решим. Главное, чтобы немножко острый был, а то это не сандвич. Эти шишито иногда острые, но в основном совсем не острые. Это какой-то соус из мексиканского магазина, даже не знаю. Не сильно понравилось, но немножко кислинка есть и острота тоже есть. Пусть будет. А это мой любимый. Сирача и барбекю. Пусть будет. Капелька. Угу. Листики-мистики пойдут сверху. Это трудно будет. Кусать, откусывать, но мы справимся. Сюда немножко пусть будет. Сверху еще один томат. И закрываем. Угу. Вот это будет любимый весенний-летний сандвич. Угу. Люблю, когда течет. И можно закусывать перчиком. Угу. Сейчас я стул возьму, сяду. Вкусно поели. Вспомнила, что как хорошо было бы, если после вкусного ланча еще и вкусный арбуз у нас был, но нет, в этот раз с арбузами не знаю, их кто-то заколдовал или сглазил, или не знаю, что случилось, но 10 арбузов купили, из 10 только один был удачный, 2 были удачные, остальные под дерево. А я хочу, знаешь, в ту сторону. На ту сторону. Едем кормить. Идем, то есть не едем. Смотрю, эти Анютины глазки еще живы. Но ведь слышала, что они косят. И когда косят, я знаю, там цветы, у меня как будто сердце болит. Вышла, говорю, о, молодцы, не скосили цветы. Подумала, они так цветы переходили. Работники пришли. И муж говорит, нет, здесь еще не косили. А я так обрадовалась, что они внимательно косят. Уже начали внимательно косить. Но нет, детей надо в бассейн. Почему не купаются?
свою эту сторону. Сосед говорит, если сюда мульчи добавите, а он нам тонну, еще одну тонну мульчу там привез, говорит, пользуйтесь сколько хотите. Говорит, если мульчу здесь замульчируете, на следующий год у вас будет на мульче трава расти. Ну, почему-то мне эта часть без травы нравится, какая-то голая часть. Они сюда, когда дом строили, разные камни, то, что оставалось, вот смотри, Аня, здесь камень, там камень. Я не знаю, здесь как выжило, здесь мы деревья посадили, они очень хорошо растут. Но здесь какие-то цементобетонно-каменные территории, и мы об этом даже не знали. Приехали и стали сажать. Но в правильном месте посадили. Если растет, значит правильно посадили. Где мой единственный цветок? Не единственный. Один, два, три. Три этих бутончика. Хорошо, подкормлю. В прошлом году эти деревья жили на подкормке, на арбузном подкормке. Подкормка женского рода, арбузной. И сюда. Вот этих двоих хочу отсюда удалить. И сибой. Откуда-то он появляется постоянно. Ох, Баинс. Он так мужа любит. Особенно, когда они во дворе, придет и под ногами. Здесь даже арбузы растут. Их несколько. Один, два, три, четыре. Но не хотим здесь арбуз. И кари. И под ногами так проходит. Ишхан. Меня тоже любят. Сегодня утром вообще пришел. Я не позволяю на мою постель подниматься. Но я такая спящая. Сегодня наслаждались наконец-то. Спали до 8:30. Обычно 6:49. Я просыпаюсь в 6:30 муж. Кама, тхангист, тхангист. Она думает, опоздала чего-то. Вот так положу. Еще кусочек. Потом гниет, и, думаю, очень хорошая подкормка, если они так красиво прижились. О, вам что-то должна показать. Эту риштехчика паркелю и прямо на ноге хочет ложиться. Значит, помните, точечки такие появились на деревьях. Рассмотрела, чем их обрабатывать, купила, побрызгали. Но кажется, что-то не то побрызгали. Листья такие вялые стали и стали падать. Не те, на которых точечки. Обнаружила, что на абрикосовых листьях тоже какие-то такие странные точки были. На них тоже побрызгали. Может быть, думаю, ну и хорошо. Стресс будет, и дерево начнет еще лучше расти. Я все в хорошую, позитивную сторону думаю. Эти грибочки. По-моему, они съедобные. Ну, такие маленькие. Телефон с собой не взяла. А телефону дети тоже, им даю телефон, говорю, идите выясните, эти грибы полезные или ядовитые. Эти, по-моему, писали съедобные. Но эти грибы это единственные, которые я не могу рисковать. Думаю, дети, подумай о детях. Грибы страшные истории слышала, поэтому, наверное. А про березу писали, что сейчас у нее сока не будет, нужно в марте, когда почки будут на нем такие выпуклые, тогда можно попробовать. И еще писали, это не та береза, а я все-таки думаю, береза, она береза. Это river birch, речная береза. Речная тоже береза. Очень хочется сок посмотреть, как из березы течет, детям показать.
чудеса природы. Здесь куры были у них. Память курам. Вот здесь, поэтому здесь цементобетонный. Такое место хорошее. Сразу кто из леса может прийти? Сразу из леса пришел, курочку забрал и ушел. Ну, в закрытом помещении они жили, естественно. Тот сосед купил их курятник. Большой такой дом-курятник. Окей. Курятника здесь пока не будет. Тут Ишхан отдыхает. Исибой, Сирюн. У нашего Ишхана аллергия, кстати. Он аллергик. Не знаем к чему, но однажды на несколько дней ушел, потом вернулся, не разговаривал, не мяукал, ничего не говорил. И к еде такой дочка повела к ветеринару. Сказали, у него аллергия, что-то съел или, не знаю, что-то его съело. И сейчас у него иногда из носа так течет, как у аллергика, и чихает, как человек. И лекарства вообще не принимает. Поймет там лекарство, что бы то ни было, не съест. Самый вкусный кусок мяса не съест. Сегодня вечером пойдем погуляем в лесу с детьми. Думаю, сегодня закончат. Осталось решить вопрос с краской. Мне так начинает нравиться. Может, подождем немножко.